Право на такую поддержку имеют семьи, у которых второй ребенок родился до 30 сентября текущего года. Получить выплату также смогут и те граждане, которые еще не подавали заявление на сертификат материнского капитала, либо уже использовали его часть. Заявление нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России или через многофункциональный центр до 31 декабря текущего года.